Ну, то есть, получается, все лифты работают, кроме только на Тютчевской, к сожалению, пока что. Да. Это музыкальный. У меня вот вопрос еще один. Ну, на Потапова запустили, интересно? Надо поуснуть. Недавно только станцию открыли. Ну, тогда в тот раз не работало. Ну, мы проверим уже в другой раз. Сегодня мы не поедем. Так, сейчас. По-моему, должен быть еще один. Ну, наверное, тоже. Я не знаю точно. На Потапова я тоже, к сожалению, не знаю. Это мы здесь чисто случайно сегодня, поэтому... Я тоже не знаю. Ну вот надо ехать это проверять. Так, ну здесь я поездка, я тут чувствую, что будет немножко дольше. Ну да, значит, только кроме, к сожалению, на Тютчевской пока что. Может, там что-то не заладилось. Так, здесь когда включили? Ага, здесь включили 7 числа. Видишь? Оп. Так. Опа-на. Слушай, смотри, я походу сломался. Прикинь. Да, кажется, так и есть. 56-й этаж. Слушай, не знаю, есть, нет. Ну, в общем, ситуация следующая. Вызвали, короче, ремонтный персонал, они при нас починили этот лифт. Надеюсь, что мы доедем сейчас без приключений. Да, вроде все в порядке. Да, все, спасибо, все в порядке. Так кричишь, что тебе... Ну, просто я через шахту, чтобы слышно было. А, тебя, наверное, через 2 этажа тоже слышно. Ну, просто иначе бы, да. А, ну вот сейчас, поехал. Ну давай поедемся. Ну да. Звонки. Вот так же примерно мне здесь представилось, что она так же делает. Она просто переключила, короче, перезагрузила. Как компьютер. Вот и все. Ну, я задумалась о том, короче, что мы там это. Я записывал, да. Ну понятно. Ну, самое главное, что она все сделала, видишь? Так, главное, что мы доедем нормально сейчас. Вот. Да? И теперь что голос говорит?
Музыка играет, кстати. Угу. Второй этаж. Second floor. Все в порядке. Ну вот, все в порядке, видишь? Ну, вот и все.